Доброго времени суток, дорогие коллеги! По окончании 26-го ежегодного форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха от лица компании Sky Production, которая впервые участвовала в данном мероприятии, хочется сказать, что очень жаль, что мы отсутствовали на предыдущих 25. Приятно было увидеть людей, которым не все равно, как в нашей стране отдыхают, которые развивают индустрию, и особенно тех людей, благодаря которым форум прошел на высоком уровне. Быть может, это от привычки делать на высоте абсолютно все. И тут нужно упомянуть Калиенко Дмитрия и его проекты Go Park и Panda Park, Елену Смирнову, руководителя компании PlaySpace, Александра Бениаминова и Алексея Просандиева, которые дали рекомендацию к построению правильной структуры бизнеса и рычагами управления, в которые задействовали пирамиды Маслоу, директоров Сочи парка и Московского парка Сокольники. Надеюсь, что посещение Сочи парка с демонстрацией работы всех его подразделений и директорами парков развлечений всей страны, собравшихся на форуме, даст правильный вектор развития индустрии в целом. Отдельно хочется выделить выступление начальника управления надзора по эксплуатации аттракционов Николая Слюсаренко, Белякова Максима Александровича, начальника отдела таможенного контроля Сочинской таможни, и, конечно же, Андрея Николаевича Петренко, заместителя директора Центра по безопасности аттракционов, настоящего локомотива всех событий форума. Эти люди, помимо тонкости сертифицирования и таможенного оформления, на реальных примерах смогли продемонстрировать, что самые сложные ситуации, связанные с безопасной эксплуатацией аттракционов, имеют под собой рядовые решения. Хочется также поблагодарить президента СОПЕР Романова Романа Николаевича с высоты опыта, давшего много полезных инструментов повышения доходности парка и разъяснившего новый закон о безопасности аттракционов, вступивший в силу с 1 сентября. Компания Sky Production открыта к сотрудничеству и совместным проектам с каждым участником форума. Готова привести всю свою энергию, потенциал и опыт, чтобы сделать стоящие и яркие проекты. И, конечно же, мы очень рады стать частью с каждым годом увеличивающейся и крепчающей семьи профессионалов индустрии развлечений и отдыха. Посещайте наш сайт skyproduction.ru и социальные медиа, которые находятся под этим видео.